Друзья, посмотрите, что я нашел на привозе. Я, честно говоря, не знаю, как называется эта рыба. Давайте сейчас вот викторину проведем. Какие есть варианты? Ну, например, пеленгас, бычок или, ну, я не знаю, сарган, может быть, да? Он такой длинный, похож. Я не знаю, как называется. Вот давайте, может быть, спросим у владельца Александра Модестовича. Здравствуй. Мы откроем тайну, как называется эта рыба? Морской петух. О! Класс, спасибо, теперь просветил. Теперь будем знать, он еще, да, вот только еще кукарекает, да, я смотрю? Да. Удышит, во всяком случае, точно. И почем же такая рыба? Саныч, такая рыба 600 гривен килограмм. За килограмм. А вес примерно сколько? От килограмма, ну, кило 900 грамм, кило 250, вот, наверное, скорее всего, вот этот вот точно. Сейчас я даже гляну. Кило 300. Кило 300. Да.